Большинство россиян уже начали подготовку к 2020 году. Люди уже покупают продукты, подарки и, конечно же, елки. Натуральные или искусственные, ель или сосна? Что предпочитают ульяновцы и сколько они готовы отдать за главную героиню торжества? Спросим у прохожих. Скажите, пожалуйста, какой будет ваша елочка на Новый год? Натуральная или искусственная? Натуральная. Натуральная? А сколько вы готовы на нее потратить? На сколько денег хватит? А это будет сосна или ель? Скорее всего, сосна. Ель, она осыпается очень быстро. Скажите, какой будет ваша елочка на Новый год? Настоящая, живая. А ель или сосна? Ель. А сколько вы готовы на нее потратить? Цены ведь разные у нас в городе. Ну, не более 500 рублей. Искусственная. А почему искусственная? Она уже есть. А натуральные не покупаете елочки? Нет, они меньше стоят. Большая, искусственная. Что еще я могу рассказать? На ней много гирлянды, и мишуры, и игрушек елочных. Она 2 метра. Только натуральная. Мы так всю жизнь так выросли, натуральные елки. Вот. Сосны или ели предпочитаете? Естественно, конечно, сосны. Ели нет. Ели мне не очень так нравится, мне лучше больше сосны нравится. На какую цену рассчитываете? Я? Сколько купить? А неважно какая. Для внука все пойдет. Зеленую. Настоящую? Ель. Ну, конечно. Ель. А вы высокую ель хотите? Нет, маленькую. А на сколько примерно рассчитываете по сумме? Ну, рублей на 300. Натуральную. А у меня ремонт, и мы не ставим елочки. Нет места. Ель. Я еще не ставила, я у вас гость в городе, поэтому еще не успела поставить. Приеду домой, поставлю. Откуда вы приехали? Из Омска, из Сибири. Привет, а мечам от нас. Спасибо. Скажите, что у вас будет в Омске дом украшать? Елка, гирлянды. Все. Елка натуральная? Как всегда. Только натуральная. А какая сосна есть? Сосенка. У нас в основном сосны продают. Искусственную я хочу поставить. Натуральную, скорее всего. Скорее всего, ель. А сколько готовы на них потратить вот на елочки как раз? Вот, сколько у вас в бюджете заложено? Пока что еще не сколько. Наверное, 5, может быть. Где-то так. Игрушечки еще надо новые, да, купить. Да, это еще где-то на 1000. Каждый год ставим настоящую елочку. Да, Динара? Да. Каждый год настоящие. Игрушечки, сами сделаем пару игрушек. Да. Они у нас со старшей дочкой будут делать. Ну и все. Гирлянды, мандарины, запах Нового года, детства. Каждый Новый год по-разному, смотря какие подарки. Какой-то год подарки дороже, когда-то подешевле. Письмо Деду Морозу. Ну, письмо Деду Морозу можно писали, подарок знаем примерно какой, но в пределах 20-15 тысяч так обойдется. А мне нравится, чтобы она была высокая, а кончик был маленький. Острый, чтобы был, да, кончик? А чем ты ее любишь наряжать? Ну, люблю разными гирляндами. Особенно это мишурой люблю. Мишурой гирлянды? И вешать шарики. К ель, да. А вы какие елки обычно покупаете? Дорогие или не очень? Вот, не очень. Ну, с крестовинкой, чтобы стояла она. Нарядим. Новый год есть Новый год. А сколько вы... А сколько вы планируете потратить на елку? На елку? Ну, 1000-1500. 1000-1500 так. Хватит, скромно. Натуральная сосна. А дорогой поставить или бюджетную, большую или маленькую? Большую. Самую красивую найдем, да, поставим. Чтобы ребенку понравилось. Дома натуральную сосну. Я искусственную. Что ты делаешь искусственную? А вы какую елку поставите? А ты какую елку? Не знаю. У меня будет фикус. Что-то оригинальное. Если натуральный ставите, то сколько хотите потратить примерно по деньгам? Ну, не больше 1000 точно. В районе-то. Может, вообще пальму поставить. У меня есть, кстати. Где ты ее найдешь сейчас? А наряжать будете, пальма, если у вас пальма есть? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.